Чемпионка мира по стрельбе из лука Степанида Артахинова вернулась в Якутск. В Пекине 17 сентября завершился чемпионат мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, где якутянка в миксте с Иваном Козловым завоевала золотую медаль, а в команде «Женская троица» удостоилась бронзовой награды, побив предыдущий рекорд мира, установленный немками. Егор Борисов направил поздравительную телеграмму Артахиновой. Это достижение подтверждает высокий уровень развития стрельбы из лука в республике. Мы также командой, когда стреляли за бронзу, установили мировой рекорд с девочками, и попав 229. То, что в личном не получилось, конечно, это было обидно. Я собралась уже на следующий день именно на миксы. Ну и в целом, не скажу, что я плохо выступила, я довольна.